нас он связан с началом весны. Мне от души хотелось бы поздравить всех вас, желать вам много весны в ваших сердцах, много весны в ваших семьях, благополучия, здоровья, всего-всего самого доброго. Конечно, огромное спасибо вам за то, что вы делаете в реализации тех больших задач, которые стоят перед нами. Страны любви и смерти.